Уникальные съемки привезли с сакрального для коренных народов места участники экспедиции «Арктика. Миссия добра». Полученный материал ляжет в основу фильма о священном острове Вайгач, который жители округа смогут увидеть уже в сентябре. На Вайгач группа из 8 человек отправилась, имея в голове четкий план. За 14 дней путешественники прошли 1400 километров по следам Александра Борисова, художника, который в конце 19 века отправился покорять Русский Север и прошел путь от Пустозерска до Священного острова. Такое путешествие для Ненецкого округа, оно в принципе очень значимое. Вот. Мы, чтобы немножко как бы набрать материал, мы посетили все места. Нам удалось побывать во всех местах, где был Борисов. Когда мы пришли на Вайгач, это был такой общий восторг.